Да, все нормально. Что поделать, старая, никому не нужна. Сижу тут. Вам, видимо, тоже не особо кому-то нужны, раз пишите мне. Такое? Не поняла. Глазами ничего, нормально. Подальше сяду. Ролики. Что ролики? Да это не слезинки. Так. Лицо, масло. Привет, привет. Или надо зарядку брать. Что за группа? А, из ролика. Что за группа? Сейчас вспомню, я поняла. Нет, это не гарнир-группа. Не спит. Сижу. Щели. Нейрогруппа. Как же называется? Вспомню, напишу. Я не помню. Точнее, я знаю, кто поет, но я не помню название. Ну, это нейрогруппа. Господи, не помню, короче, название этой песни. Шею вот прям в одном положении. Все, тихо. Хорошо, только сейчас список напишу, еще что могу купить. Посмотрим. Я поняла, я увидела эту песню, как называется. Я не помню, что скроется, если сейчас вспомню, скажу как. Ну, это не рок, он у него просто такая песня. Он не рок-музыкант. Пока.
Привет, привет. Привет. Я пойду сейчас спать. По-разному тут. На зарядку на сегодняшний день сеть телефоне, потому что быстро съедает. Давай, ну, посидим, не могу, прям спать хочу. Сейчас, не знаю, сейчас не сел бы телефон, не закрою зарядку делаю. Пробую. Ну, частично. Лучше в личных сообщениях, ладно? Здесь не надо. Нет, давай в личных, я не буду. Что же здесь говорить? Привет, привет. Нет, звоночка, я не отвечаю. Просто неудобно писать, а можно потом напишу. Ну, как бы ничего такого прям, ну, частично делаю что-то, но пост я не выкладывала. Сегодня потому что было некогда вообще. Да нет, не буду так делать. Сейчас нет народа. В принципе, сегодня очень так. Вчера был народ, сегодня нет. Ну, я поняла, мы не будем здесь это обсуждать. Каким образом? Сейчас можешь сесть телефон. Угу.